Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи, и добро пожаловать в новый режим под названием «Симулятор морковки в Роблоксе». И у меня для вас есть очень важное задание. Нужно, чтобы вы прямо сейчас поставили лайк, подписались на канал, если не подписались, и нажали на колокольчик, а мы с вами начинаем. Итак, у нас в руках есть Old Carrot. Это старая морковка. Я так понимаю, это гнилая морковка. Выглядит это, конечно, не очень. Это либо морковка, либо какая-то какашка, потому что у нас даже нету веточек этой морковки. Очень странно. Так, на полу у нас валяются тоже морковки. Это у нас какашки другого цвета. Ладно, хватит про какашки. Так, мы с вами собираем морковку. Симулятор, я вижу, довольно-таки однообразный. Кстати, разработчик этого симулятора делал симулятор банан. Я его тоже снимал. И там, в принципе, было то же самое, только вместо морковок были бананы. Тоже гнилые бананы, молодые бананы, старые бананы. В общем, все одно и то же. Посмотрим, что у нас здесь. Итак, морковку это можно, я так понимаю, есть. Получать по $1. За морковки, которые на полу у нас валяются, мы получаем с вами по 10. Так, работает ли у нас автопрокачка? Нажимаем мышку. Escape, мышку отпускаем, все, да, автопрокачка работает, пускай кушает морковки, с этих получаем по 10, с этой по 1, посмотрим, что у нас с вами есть в магазине. Окей, по идее мы с вами можем покупать морковки и каких-то кроликов. Вот у нас магазин, два чувака с доминусами, это походу разработчики, сильно не парились над игрой, я вижу. Игра красивая, то есть, блин, игра красивая, вот текстуры красивые, небо светлое, все. Но, блин, сам смысл, это, блин, ужасно. Я вообще не люблю критиковать в Роблоксе игры. Но и тогда, иногда такие серии у меня выходят. Когда я называю игру говном там или еще чем-то, бывает, такое бывает. И мне почему-то, знаете, прям моя чуйка подсказывает, что это будет одна из этих игр, которые просто закритикую, друзья. Итак, давайте. Морковка. Что здесь у нас? Старая морковка. Молодая морковка, морковка, белая морковка, золотая, диамантовая, эмеральдовая, рубиновая, розовая, космическая. Все. А разница только цвет поменяли. Вот это разнообразие. Вот это я понимаю разнообразие. У нас, кстати, уже почти 800 монет. Я думаю, что мы с вами сейчас накупим на морковочку за 800. О, давайте посмотрим, что у нас с вами здесь за кролики. Кролики у нас, значит, интересные. 102 тысячи. Боже, кролик дороже, чем самая дорогая морковка. Обычный кролик дороже, чем самая дорогая морковка. Ну ладно, не факт. Белый кролик, красный кролик, синий, зеленый, желтый, да, пинк, это у нас розовый. Ага, я понял, я все понял. Просто поменяли цвет кролика. Один и тот же кролик, поменяли, Ctrl-C, Ctrl-V, все понятно. Ладно, ладно, окей. Я знаю, что все симуляторы однообразны. Но такого однообразия я еще не видел. Это просто жесть. Покупим с вами белую морковку, почему бы нет? Белую морковку я никогда в жизни не ел. Поедим белую морковку, дает она сразу по $8. Мы собираем с вами морковочки. Я даже задоначу. Я даже задоначу, допустим, плюс 10 тысяч. Мне не жалко, мне не жалко. Все, у меня есть 10 тысяч, и я могу купить себе какую-то другую морковку, да? Допустим, морковочку за 6. Вот, за 12 800 не хватает, да? Рубина, почти самая дорогая. Нет, рубиновая морковочка мне нужна за 12 800. Мне нужно еще докупить 5 тысяч, да? Давайте, ну еще 50 робоксов, друзья. Не жалко, не жалко. Мы сейчас с вами протестируем морковочку за 12 800. Где она? Это 25 уже дороговато, 12 800. Все, рубиновая морковка. Чтобы быстрее пройти. Вот, я купил рубиновую морковку, дает мне по $128. А вот это уже поинтересней. Так, с этой морковки на полу я получаю сколько? А, я получаю столько же, по $10. Я понял, то есть собирать морковки на полу нет никакого вообще смысла. Я понял, спасибо. Что здесь у нас еще интересного? Какие здесь локации? Здесь, по идее, должны быть новые локации. Блин, я вообще в шоке от этой игры, если честно, ребят. Так, Carrot Zone Game Pass Need. Гимп. А, зайти сюда не могу, нужен гейпас, спасибо там. Там какие-то морковки лежат. Там у нас лежат морковки, я так понимаю, точно такие же, как и здесь. Понимаете, точно такие же, как и здесь, ребят. Так, я так понимаю, это у нас VIP-локация, да, если не ошибаюсь. Так, VIP, геймпас, нет. Хорошо, посмотрим, какие морковки у нас находятся в VIP-локации. Точно такие же, как и в этой локации. Просто VIP-локация. А сколько у нас стоит VIP-локация? А, так, ух ты. Смотрите, 2 плюс 2 питомца, X2 Money, X2 Speed, випочка, Rainbow Trail, X2 Valk, морковка. Випочка стоит 500 робоксов. Если бы в этой игре випочка стоила 5 робоксов, я бы ее купил. Я бы ее купил за дороже, увы, нет. О, у меня 13 тысяч уже есть. Хорошо, открываем новую локацию. А здесь мы будем собирать побольше. Побольше, пожалуйста, побольше. Не по 10, по 20. Отлично. И все. То есть, все, вот, это... Все, а еще, можно еще локацию?
Дорогие разработчики, а будет еще локация? Почему вышла игра, я открыл новую локацию, и на этом локации закончились, что ли? Серьезно? Ладно, мы с вами должны купить, во-первых, самую дорогую морковку и купить хотя бы сегодня одного зайца. Так, морковка у нас самая дорогая, стоит 50 тысяч, если я не ошибаюсь. Стоит ли мне собирать морковки в этой локации или просто клацать и зарабатывать просто так деньги? Вот это вот вопрос. Вот это вот главный вопрос. Но я собираю, конечно, морковки, я топчусь по морковкам, хожу по ним, я ем красную морковку, я куплю себе фиолетовую морковку, она будет немножко другая, только из-за того, что поменяли цвет. Ладно, неважно. Мы с вами пока болтали, набрали уже 16 тысяч, 17. Даже несмотря на то, что мы десяточку только что потратили на вход в эту локацию, 10 тысяч у нас с вами сняли. Мы с вами потопчемся по морковке, пособираем. То есть мы с вами играем реально в симулятор кролика. Где здесь кролик? Хотя не здесь, питомцы кролики есть. Но, знаете, я еще, конечно, не дошел до самой лучшей морковки. Чтобы полностью оценить игру, я не могу ее обзывать, пока ее не прошел. Ну, либо полностью не попробовал, да? То есть мне нужно протестить, мне купить самую другую морковку, мне хотя бы нужно кролика купить и понять, в чем здесь именно вот прям загвоздочка этой игры, хороша она или плоха. Нам нужно нафармить, грубо говоря, 50 с чем-то тысяч, купить морковку, с помощью этой морковки нафармить кролика, и тогда мы скажем с вами точно, говно эта игра или просто какашка. На самом деле, да, это я так понимаю, что это ужасная игра. Я, конечно, ссылочку оставлю в описании. Просто ради прикола вы можете зайти, посмотреть, поиграть, поклацать. Нет, если реально время убить, то в принципе, забить время поубивать можно, пособирать морковочку, пободаться с кем-то. Здесь можно драться морковками? То есть можно кому-то взять морковку да навалять? О, чувак идет. А ну иди сюда, давайте я морковкой наваляю. Погоди, я могу взять морковку, подойти к нему, у него белая морковка, и навалять, да? Могу я тебе навалять? Нет, не могу навалять. Ты пытаешься зайти сюда, дружок? Смотри. Оп, вот так вот и зашел. Видишь, я зашел, ты не можешь, потому что у тебя нет денег. Собирай больше морковки, чувак. Нужно больше морковки. Нужно клацать больше, нужно собирать больше морковки. Кстати, у нас уже 41 тысяча. Мы с вами идем к победной цели. То есть мы должны с вами пройти игру. В принципе, я мог не донатить сюда 10 тысяч. Я думаю, что я бы прошел бы, но на минут 5 дольше было бы все. Реально, я просто сократил где-то минут. То есть я спас 5 минут своего времени. Ну и вашего, естественно, тоже, ребят. Пока мы собираем морковку, у нас 47 тысяч, 48. Я думаю, пока дойду до магазина, мы с вами насобираем нужное количество морковки, чтобы купить самую крутую морковку в мире. Да, то есть в игре в этой вот, которую мы с вами играем, которая называется «Симулятор зайца». Ладненько, быстрого бега здесь нет, рубиновая морковка. Конечно, можно было закинуть 100 тысяч сюда денег, но 100 тысяч денег, как понимаете, стоит 1000 робуксов. Да, вы не поверите. Так, самая дорогая морковка стоит 51 200. Бум, космическая морковка. И она сейчас засияет цветом? Нет, она не засияет, потому что это обычная морковка, просто перекрашена. Итак, с космической морковки мы с вами получаем, как вы понимаете, по 512 долларов. И мы должны купить хотя бы сегодня еще одного зайца. То есть мне нужно копить теперь 102 тысячи. Но в этот раз мы накопим с вами намного быстрее. Жалко, что мне не дает умножение, кстати. А о чем я говорю? Какое умножение? Какое умножение может даваться, чтобы я поднимал больше морковок? То есть, знаешь, если бы... А может быть, зайцы дают умножение на то, чтобы я, типа, с лучшим зайцем собираю больше морковок? Надеюсь, очень сильно надеюсь, что это так. Итак, кстати, мы с вами быстро довольно-таки с этой морковкой нафармили. У нас уже 37 тысяч. 37 тысяч, это вам не цацкие пески, понимаете, это вам не морковку по огородам тырить, понимаете, это 44 тысячи у нас уже с вами это прям-таки нормально, окей, погнали. Слушайте, мне кажется, что мне нужно завести новую рубрику в Роблоксе, типа, самых говняных игр, и вот делать подборочку. Кстати, напишите в комментарии, как вам такая идея? Сделать такую рубрику? Мне кажется, будет достойно. Знаете, игру, которую я посмотрел, я понял, что она просто идеально сделана, в скобочках нет, она какашная. И вот такие игры снимаю. Кстати, мне кажется, довольно-таки интересно будет. Пишите в комментарии, интересно вам будут такие игры смотреть или нет. Или такие ролики, где я буду бомбить, где я буду обозревать самые крутые в скобочках игры. Нет. Так, давайте. У нас 84 тысячи. Я уже устал фармить эти морковки. Однотипные, боже, вот эти вот кочерышки валяются, оранжевые какашки. Они еще катаются по полу. То есть, они не просто лежат, они катаются. То есть вот в чем прикол. То есть вот задумочка разработчика сработала. То есть эти морковки по полу катаются. Я ем филетом. Понимаешь? Сделай хотя бы анимацию, чтобы я руку поднимал, в рот себе эту морковку пихал. Хотя не, слава богу, что я себе в рот ее не пихаю. Было бы очень... Вы представьте себе,
вот эту морковку, выходите в игре, и она вам в рот пихается. Это ужасное зрелище. Нет, разработчик, спасибо, что ты этого не сделал. Так, 102 тысячи, я куплю этого кролика. Надеюсь, я думаю, больше кроликов покупать сегодня не буду. Так, у меня есть желтый, ой, белый кролик. А есть где посмотреть инвентарь? А, нет инвентаря, да? Трейл, а еще людей приглашать? Нет, я в это не буду приглашать людей. Так, я собираю теперь по 10 морковок. В смысле по 10? Я получаю по 1000, вот, то есть морковки я собираю все так же, но зато за каждое нажатие я получаю по 1000. Окей, теперь я клацаю, получаю по 1000, и по идее я, наверное, не могу покупать себе больше кроликов, давайте мы с вами это тоже обязательно проверим. Как же не проверить, могу ли я купить себе второго кролика, либо третьего, или, не, или они просто будут заменяться, взаимозаменяемые кролики. Интересно, смогу ли я бегать с двумя кроликами, а кто-то здесь есть с кроликом? Нет, никого здесь кроликом нет. Я самый богатый на сервере, у меня уже 75 тысяч. Ну да, слушайте, за одно нажатие по косарю уже довольно-таки приличное получаю. У меня сейчас белый кролик, я сейчас куплю себе кролика получше. Зачем я собираю по 10 долларов с этих морковок? Я могу просто стоять, наблюдать, как у меня веселый кролик. Он ничего не делает, просто находится со мной. Я клацаю, получил уже 112 тысяч, а мне нужно 205. Удачи на канале. Спасибо тебе, бро, удачи тебе, не испортить себе клавиатуру от такой супер классной игры, дружище. Да, удачи тебе. Собирай морковочки. Здесь очень весело. Насобираешь в летовую морковочку, купи себе зайца и собирай себе дальше на другого цвета зайца. Это будет топовая тема. Окей, отлично. Блин, я понимаю, что некоторые у меня пишут, ребята, реально про симуляторы, что все симуляторы однотипны. Но напишите свое мнение, ребят. Напишите мне. Я реально в каждый комментарий прочту. Вот сяду и буду читать каждый комментарий. Не забудьте, кстати, лайки поставить. Это нужно обязательно, еще и подписаться. Если не подписались, то все, капец. Вам придет домой вот такой вот заяц с вот такой морковкой, понимаете? Поэтому нужно подписываться 100%. Так, ладненько. Мы с вами накопили, я так понимаю, на следующего зайца. Надеюсь, он будет второй. И это у нас красный заяц. У меня их два. Подожди. Я купил себе эквип. Все. А, мне не хватает денег? О, я купил себе. Я получаю по 1500, а белый заяц у меня испарился. Ладненько, ребят, я думаю, на этом закончим серию. Я не буду говорить, понравилось вам или нет. Просто ставьте лайки, подписывайтесь. Всем хорошего настроения, всем покедова.